Турецкая оппозиция объединяется в преддверии досрочных парламентских и президентских выборов. В понедельник в Анкаре провели переговоры председатель ведущей оппозиционной республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу и лидер крайне правой исламистской партии Саадет Темель Карамала Оглу. А накануне к участию в выборах была допущена новая оппозиционная «Хорошая партия», сформированная экс-министром внутренних дел Турции и бывшим депутатом партии националистического движения Мирал Акшинер. 15 депутатов Республиканской народной партии перешли в ряды молодой политической силы, что позволило ей сформировать собственную парламентскую фракцию.